Что, там правда в кабину говорят только в бахилах? Ну как сказать, я в этой кабине провожу, скажу так, 5 дней в неделю. Посмотрите сами. То есть, естественно, конечно, я убираю, но там не до фанатизма, там, чтобы не было пылинка, потому что по нашей работе это нереально, это невозможно. Чумазы? Бог весь в солярке. Нормальная машина. Вот теперь это точно рабочий вид. Не, ну там спрашивали, что он вообще никуда не выезжает. На самом деле, ребята, это ошибка. Машина работает. Каждую неделю выезжает Москва-Воронеж маршрут. У нее 8 кондитерские изделия. Пробег в неделю у машины составляет не менее 3000 километров. Поэтому, как вы говорили, что машина сделана на выставку, она не работает, это все на самом деле бред. По поводу сравнения с Volvo, сравнивать не буду. Какие-то есть плюсы у этой машины, какие-то есть плюсы у Volvo. Почему-то говорю конкретно и четко, потому что я 8 лет отъездил на Volvo VNL с таким же двигателем Cummins. Я проехал на нем 700 тысяч километров без особых проблем. Я не буду сравнивать сейчас эти две машины по одной простой причине, чтобы не было резонанса между людьми. Потому что в комментариях люди пишут: «Эй, это лучше». У каждого человека свое мнение на этот счет. Каждому нравится свое. Кто на чем хочет, на том и ездит. У кого на что хватает денег. Поэтому я для себя сделал выбор. Я своим выбором очень доволен. Есть, конечно, какие-то минусы. Не без этого. Не все машины идеальные. В целом машина очень даже. У тебя же была Volvo, это же была самая крутая, наверное, в Черноземье. Да не в Черноземье, наверное, да практически по всей России. Но фотографии я тебе дам, ты потом вставишь их видео. Volvo, да, была. 700 тысяч, как я повторюсь, я уже на ней проехал. Продал, пришлось продать ее. Вот. Но ездил я со шторкой, это мой уже третий рефрижератор. После, до меня было Schmidt 2005 года, Schmidt 2010 года. Тоже свои есть плюсы у этих прицепов, свои минусы. Но я сделал ставку на этот прицеп, пока не пожалел. Но судить пока рано, у меня сравнитель недавно. Вот, и да, пока в целом доволен. Какие-то комментарии были по поводу прицепа, ты хотел бы вам ответить на них, да? Да, люди интересовались по поводу прицепа, конкретно разнесенка осей. Почему так сделано? Ребят, ничего, повторяюсь еще раз, не переделалось. Прицеп заводской абсолютно, называется он Spread Axle. Для тех, кто не понимает в технике, то есть я довожу до сведения, что это Spread Axle. В России конкретно таких прицепов Spread Axle родных, то есть не переделанных, не там, не заколхоженных, ничего. Всего 3 в России. Остались 2 на Дальнем Востоке. Один я видел по фото, но там, скажу так, печально все. Вот. Я не буду нахвалить свой прицеп, скажу так, что он один из 3. То есть прицеп... Зимой еще переписывались весной, ты вот долго за ним куда-то ездил по Владивостоку. Да, то есть я хотел пригнать прицеп из США, то есть уже договориться с человеком, кстати, Михаил, привет.
но не успел переправить деньги. То есть я узнал о том, что 1 апреля 2018 года был введен утилизационный сбор на полуприцепы. То бишь, скажу так, конкретные цифры. Мне прицеп с доставкой до Санкт-Петербурга, доставка мне становилась в районе 700 тысяч рублей. Плюс 480 растаможка, плюс 1 700 000 прицеп, плюс доставку по США $2000. То есть где-то около 2 600 000 мне становился прицеп. Плюс к этому, после вот этого введения этого закона, я был, должен был заплатить сверху к этой сумме, к 2 600 000, еще 1 200 000. То есть мне прицеп стал бы, скажем так, золотой. Я бы здесь купил бы, не знаю, года, наверное, 16-го прицепа и катался бы, не парился. Поэтому пришлось мне искать в России прицеп. Ну, как искать, то есть, опять же, подкинули ребята тему. Вот. Я долго уговаривал этого хозяина, он продавать не хотел, но после, скажем так, озвученной суммы, реально завышенной суммы за этот прицеп, я полетел смотреть его в Владивосток. Так что, вот что я купил, вы видите сами. С прицепом было сделано очень много работы. Работа в плане чего? То есть вся ходовка здесь стоит новая. Барабаны, сайлентблоки, амортизаторы, подушки, все стоит новое. Колодки, подшипники поставил все оригинальные, новые Тимкен. Те, кто не знает, фирма, это завод-изготовитель ставит эту фирму, она считается как оригинал. Вот. Также стоит новая резина Бриджстон. Вот. Грузовика везде, я не видел ни одного старого колеса, все новые. Резина, да, вся стоит абсолютно новая, тоже потрачено было уйма денег на это дело. Ну, это надо, ребята. Лучше сделать, вложиться сейчас, в данный момент, нежели чем потом зимой ковыряться под машиной. Те водители, которые занимаются дальними перевозками и очень долго, они об этом знают. Поэтому принято было решение о покупке всей новой резины. Вот как-то так. Что, там правда в кабину говорят только в бахилах? Ну, как сказать, я в этой кабине провожу, скажу так, 5 дней в неделю. Посмотрите сами. То есть, естественно, конечно, я убираю, но там не до фанатизма, чтобы не было пылинки, потому что по нашей работе это нереально, это невозможно. Ну, посмотрите. В кабине было сделано очень много, была, скажем так, упор делался на шумоизоляцию, потому что когда был куплен этот трак, я скажу так, в комментариях люди писали, что типа, о, Интер это дно, частично я не то что соглашусь с людьми, но такая, скажу, машина сырая была. Но конкретно этот экземпляр, я опять же повторюсь, ребят, я не нахваливаю его, просто было сделано очень много работы с этой машиной. Колоссальная работа, то есть эта машина практически собиралась с рамы. Выкрашивалась все, делалось сальники, подшипники, поступец, делалось практически все. И все делалось досконально и с таким, с подходом серьезным. По машине была проведена очень колоссальная работа, в плане упор делался на шумоизоляцию, потому что в этой машине после покупки мне шумоизоляция не нравилась вообще. То есть после Volvo это, мне казалось, скажем так, ну мягко скажем, трактор. Вот, была сделана полностью шумоизоляция, то есть то, что вы видите сейчас здесь, шкафчики, спальники, там сиденья, обшивки,